Ну что же, дорогие товарищи, новая карта, расступившиеся волны. It's no secret we've lost a bit of trust into Kruber the Peacemaker, which is me. Killing Ratman brought us together, and it will again. To the high seas, piracy, plunder, all that good stuff. Что японские туристы из World War Z разбились на корабле? Душевно. Отличное приключение. Типа, отправьте круиз, а вы хорошо говорили они. Это будет весело, говорили они. Че такое? Просто тоже разыскивал. Че тут делать можно? А что делать-то надо вообще, непонятно. Не знаю. Собраться и идти куда-то. Вон маяк, наверное, на него. Ты же говорил, что по законам геймдева зеленый цвет указывает на выход. Да, скорее всего. На вот честь корабль, скорее всего. Даже несмотря на то, что это ересь. Это варп-маяк. Варп, да. Окей. Нифига мне прописали сходу. Там наверху что-то было интересное, да? А я пропустил. Не, а я ничего не увидел. Нет. Отличное приключение и конкурс интересного, да? Не говори. Вот так задумчиво остановился. Mm-hmm.
Нифига себе, оу. Надо посмотреть, что это такое. Куда это он там добрался-то? Нашел даже прям. Сложная карта. Нет, ну там патруль. Bridge, darlings. I have no patience for another swing. Так, здесь какой-то рычаг. Нажми. Он мост отпустит сейчас. Я вообще где-то наверху там шляюсь, непонятно, что происходит. Как это все работает. Lost again. It's too often. Блин, а. Чё-то я потерялся. Я тут сидел на рычаг, молился. Сильно убежал обратно. Надо было наоборот туда. В ту сторону. Знаешь, куда тебе надо было? Вот как сверху мы упали, когда после загубленного искусства. Тебе надо было вниз самой спуститься. Да. И налево. Тут, видимо, и прямо, и все. Тут такой шорткат, а я как бы так прям полный круг описал. Можно? Нет, нифига не да. Хоба, хоба. Хоба. Так, ты нашелся? Или ты прыгаешь еще? Я уже пришел обратно в эту же деревушку. Ага, я тебя вижу уже, да. Вот там, когда по камням вниз начнешь прыгать, там в конце будет внизу деревянные мостики и прочее, те самые да, низ. Да, вот пришел уже. Ну, прикольно. Мне нравится такой sophisticated дизайн. Вот я об этом говорил, что в Dark Tide, то есть в Vermintide, видимо, эти левел дизайнеры либо. Ой, нет, они... я сюда не пойду. Ай-яй-яй, вот, блин, а все. А мы тебе не поможем. Да я понимаю. Не внизу, потому что. А тут прям два этих ассасина было и один этот бренчатель. Ну давай уже, добивай меня. Не подождали. Бот, ты меня предал. Сзади. Ой. Бота мочит. Stop gawping me, Flies. We need to keep moving.
Ну нет. Большая какая карта, а? Я помню, в первом Верментиде была похожая карта. Вот. Но причем здесь Каракас Гарад, за непонятно. Извиняюсь. Да, пардоньте. На народу попёрло. Сосало почти. Что? Что-то рисует. Явно на вот эту херню можно залезть, мне кажется. Мостик подвесной. Да, мне тоже кажется. Я же говорю, тут очень такой интересный левел дизайн, который много себе позволяет. Это еще по там Бехенга или как назывался. Бехенга. Ну, короче, там, где мы в прошлый раз играли, и оно отвалилось. Заблевали. Почему я застрял? Сестричка тут застряла, да? Ну. Кто там был? Что я опять застрял? Я не понимаю, что происходит. Почему она мне как пьяная ходит? Да, вроде не та карта, да? Ну, я бью, пытаюсь отойти, а он меня на месте стоит. На рекруте спокойно пройти, а потом уже рыба. Ты индус, паяк. Паяц. Паяц. Поляк. Паяц, волк. Паяц, волк. А вот тут нет, не случилось.
Профовую бочку можно сделать было. Ладно. Какой-то материнщик, да? Такой блайт, 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 блайт. Так, тут какой-то рычаг. Где? А вот где я сижу, молюсь. Можем ли на шестеренку встать? Попробуй. Какие-то трупы, блин. Ну а вот. А, там. Вот теперь понял, зачем эта бочка там была. Там, короче, бочка, на которую надо наполнять и. И чё, бочки пороховые наполнять? Не, там вот... А, вот, всё, суп. А всё, я уже сделал. Чем выйти из круга? Ну, все, а теперь наоборот зайти в круг. Новый. Да, чуваки со щитами. Так, опять бочку наполнять. Так, куда ее? Вон какие-то три, кстати, лечебные боеприпасы. Нормально, подобрал их все. О, еще одни боеприпасы. Боеприпасы.
Погода прям как на улице. У вас? Сейчас? Ну. Ну. Ну что, синхронизируется с погодой? Кстати, вполне возможно там. Может быть, не твоя погода, а какая-нибудь шведская, но черт это. Да, идите к маяку. Китовый жир. Сразу вспоминается Футурама. Мы китобои на Луне, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь как-то бардачно, да? Так, нужна еще бочка. Даже не сработало. О, какие-то змеи вступают. Какие-то викинги там вступают. Ну, змеи. Ага. Это переводится как змея, что ли? Ну, это был какой-то мифический зверь, по-моему, как раз таки змей. Это не точно. Йормунганд. Я ж в это не играл. God of War. Почки здесь кидаются так аккуратно. А еб твою мать, опять меня схватили. И опять на меня спешл накинули. Давай, а поднимайся вот наверх уже. Две аптечки. Аптечки никому не нужны. Думаю. Ты там висишь? Да. Ой, меня бахнули сзади. Отбивайся, отбивайся, это берсерк.
Это злобная тварь. Это там. Давай, давай в пещеру. Или ты там уже? Нет, я не в пещере. Да ехай, пиздец, блядь. Заблудился, да? Бывает. А, ты уже все. Окей. Операция по спасению прошла на него. Я сорвался, и меня по рукам побили. И я оторвался. Интересно. Аптечка лежит, бред. Боги гнома. Вот опять заблудился. Боги гнома. Вот, поднимайся прямо, беги прямо, прямо. Да-да-да, вон к дереву, туда. Дальше, прямо, да. Правее, правее. Правее. Вон она светит, уже ее подсветили. Ага. Супер. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое. Да, бывает очень большие сомнения. Что тут творится? Так, где ты находишься? Я не знаю. Нужно вперед бежать с тобой или назад? Мне кажется, вперед. Тут раскрылось это самое. Я возле маяка практически. Ну, судя по всему, ты ко мне приближаешься. Ну, походу, не совсем ты около. Спасибо. Накнурло. Светится. Это тоже взорвать надо, может. А, бочку надо туда бахнуть. Где нам бочку найти? А, бочку спереди можно найти. Точно была одна бочка. Давай, отходи к нам. Не бейся один. Тут.
Вот еще одна. My hands. I need healing. Маяк очистится от скверны. Око Саурона пало. Это какая-то самая лавкрафтовская история. Абсолютно библейская история. Типа остров, какое-то зеленое свечение, там киты дохлые. Но опять же, при чем здесь Каракас Гарас? Ну, как бы это вся Каракас Гарас была тема вокруг гномьего, так сказать, царства. Слушай, а я могу, оказывается, прыгать со спешилом со своим и с бочкой в руках. Неожиданные открытия, да? Ну. Потом мы валим отсюда. Да ёб красота. Ловушка. Зяги от кедыры. Чёрный.
Тайна черного дупла. И пирс горит, я поджег. Бочкой. Отлично. Отличное приключение, да? Да. Я эту бочку сам вверх тащил. Ну что? Да, прикольная карта. Да, было бы интересно. Мне понравилось. Побегать. Ну и по другим, кстати, по DLC-шным. Было бы интересно побегать тоже. Поближе там уже куча всяких испытаний, там уже видно. То есть какие-то бубоны Нургла уничтожить, там еще что-то. Вот. Так что забавно даже. Что там? Лайки, подписки, все дела, если еще смотрите. Да. Да, мы пойдем подумаем, что делать дальше.